Шалом! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем знакомить вас с иудаизмом, с основами, символикой и традициями религии. Что такое Тора? Как устроена синагога? Какова миссия раввина? Почему евреи носят головной убор кипу? Откуда произошла символика еврейского народа? Шестиконечная звезда Давида? Об этом и о многом другом в нашем сегодняшнем фильме. Слушай, Исраэль, Господь Бог наш, Господь един. Во время произнесения этих слов принято прикрывать глаза правой рукой. В этот момент материальный мир для верующего перестает существовать. Есть только Всевышний и молитва, обращенная к Нему. Слова «Шма, Исраэль» были ниспосланы Моше, библейскому пророку Моисею, на вершине горы Синай. Моше Рабейну, то есть учитель, вывел евреев из египетского плена и направил в Эрец Исраэль, к земле, где течет молоко и мед, по воле Всевышнего. Синайское откровение стало нерасторжимым договором, заветом между Господом и всем народом Израиля. Каждый, кто последовал за Моше, был освобожден от рабства и получил шанс на спасение через веру в единого Бога и соблюдение заповедей. В знак свидетельства завета Господь даровал Моше скрижали. На двух плитах из драгоценных камней были высечены 10 заповедей. Господь даровал избранному им народу 613 предписаний и запретов. Все они перечислены в тексте Торы, священной книге иудеев. Каждую букву Торы Создатель начертал черным огнем по белому огню. Моше Рабейну перенес этот текст на пергамент клав, свиток из обработанной кожи. Пятикнижие Моше и сегодня представляет собой свиток. Его длина около 60 метров. С обеих сторон он накручивается на деревянные стержни, или катушки, Эцхайм, что означает «дерева жизни». У Торы нет конца, как и у жизни человека. Каждый день он приближается к смерти, а после смерти снова начинается жизнь. Каждую субботу во время богослужения прочитывается очередная недельная глава Торы, а затем последует новый годичный цикл чтений. Но свиток – это еще не вся мудрость Творца. Моше Рабейну спросил Всевышнего, «Должен ли я записать для евреев все знания, полученные от тебя?» Господь ответил, «Не дано тебе записать их полностью, поскольку придет день, когда их подчинят другие народы, которые возьмут и Тору. Поэтому запиши письменную Тору, но не Мишну, Талмуд и Агаду. Они будут изучаться устно». Устная Тора – это не только толкование или расширенный комментарий письменной Торы. Дело в том, что сама по себе письменная Тора – это просто буквы. Как их читать? Это буквы или иероглифы? Вот с этого начинается устная Тора, а дальше в устной Торе содержатся различные толкования, комментарии, аналитика, там, Талмуд и Каббала. Устную и письменную Тору евреи повторяли 4 раза, изучали ее в течение 40 лет нахождения в пустыне. Первый раз получали знания от Моше, Моисея. Потом изучали Тору вместе с Аароном, братом Моше, первосвященником. После этого Торе обучали евреев сыновья Аарона и наследник Моше Иошуа. Последний раз закрепляли знания 70 старейшинами, и так сложилась традиция в иудаизме передавать знания Тора от учителя к ученику, от отца к сыну, от поколения к поколению. В этот же период появился и переносной храм – Мишкан или Скиния,
Известно, что сооружена она была из тканей и кож, согласно точным указаниям Господа. Храмовый шатер был разделен на святилище, в котором проводились богослужения, и святая святых, помещение, где хранился ковчег Завета. Пока евреи находились в Синайской пустыне, присутствие Создателя или его шхины было не только ощутимым, но и зримым. Над священным шатром скинии постоянно нависало облако славы Всевышнего. Как только оно поднималось в небо, Моше и его народ продолжали свой путь к Израильской земле. Священный ковчег Завета давно бесследно исчез. Согласно преданию, последний из иудейских царей спрятал его в тайнике, в преддверии разрушения храма. Но в современной синагоге о нем напоминает Арон Акодыш, ниша, где хранится свиток Торы. Во время праздничных богослужений свиток кладут на стол, биму, размещенный в центре зала. Ведет службу хазан, им может быть любой из почтенных участников молитвы. Вместе с хазаном молитвы произносят все присутствующие. Перед каждой молитвой, кроме тех, что совершаются по субботам и в праздничные дни, мужчины должны соблюдать заповедь о возложении тфилин. Это кожаные футляры, в которые помещены четыре отрывка из Торы: из книги Шемот, Исход, и молитвы Шма Исраэль. Перед тем, как возложить тфилин, мужчины облачаются в большой талит. Квадратное или прямоугольное молитвенное покрывало. Талит может быть из белой шерсти, хлопка или шелка. Главное, чтобы волокно не было смешанным из льна и шерсти. Это запрещено. На каждом из углов покрывала закреплены кисти, цицит. Как сказано в Торе, для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их. Первый футляр размещают на левой руке между локтем и плечом, напротив сердца. Второй – на голове. На головном тфилине изображена буква еврейского алфавита «Шин». Первая буква одного из имен Всевышнего – «Шаддай», всемогущий страж Израиля. В Торе сказано: «И увидят все народы земли, что имя Всевышнего наречено на тебе, и будут почитать тебя». В момент возложения тфилин нельзя произносить какие-либо слова и отвлекаться. Разум и сердце верующего должны быть всецело подчинены Господу. Молятся иудеи трижды в день. При совершении коллективной дневной молитвы в синагоге должны находиться не менее 10 мужчин. Женщины занимают отведенные для них места за специальной перегородкой, на балконе или на галерее. Во всех странах синагоги строят таким образом, чтобы фасад здания и стена, у которой расположен Арон Акодыш, была обращена к Израилю, а в Израиле – к Иерусалиму. В Талмуде написано: «Находясь вне Эрец Исраэль, обрати свое сердце, когда молишься, к Эрец Исраэль. Находясь в Эрец Исраэль, обрати свое сердце к Иерусалиму. Находясь в Иерусалиме, обрати свое сердце к храму». Речь идет о Иерусалимском храме, не сохранившемся до наших дней. Первый был разграблен и разрушен вавилонянами, второй – римлянами. Уцелел лишь фрагмент стены, которая окружала храмовую гору. Сами евреи называют это место Котель Маарави – «Западная стена». Но широкое распространение получило и арабское название святыни – «Стена плача». Именно здесь на протяжении 2000 лет евреи выражают свою скорбь об утрате храма и молятся о его восстановлении. Кроме «Стены плача» сохранилась еще и та часть храмового комплекса, которая скрыта под землей. Доступ в туннели храмовой горы сегодня ограничен. Мы стоим у продолжения западной стены, той самой «Стены плача». И это место даже ближе к бывшему храму, к святая святых храма. Вот этот камень, он весит 570 тонн,
И, наверное, это самый тяжелый из камней, известных сегодня, который передвигали люди. До сих пор историки и ученые не нашли ответа на вопрос, как во время строительства евреям удавалось передвигать многотонные каменные глыбы. Уцелевшая часть храмового комплекса не оставляет никаких сомнений. Иерусалимский храм был грандиозным архитектурным сооружением и полностью соответствовал тем описаниям, которые сохранила Тора. В этом месте раньше находился вход на храмовую гору. Скорее всего, через этот вход священники и члены Синедриона приходили к храму. Это, пожалуй, самое близкое место к тому, где раньше располагалась святая святых Иерусалимского храма. Первый храм был построен царем Шломо, Соломоном. Он возвел его по образцу скинии, добавив притвор, вестибюль, отделявший мирскую жизнь от дома святости. Во дворе храма под открытым небом возвышался жертвенник всесожжения. Он был до 20 локтей в длину и ширину, это около 10 метров, и до 5 метров в высоту. Известно, что еще праотец Адам, находясь в Ган-Эдене, в Эдемском саду, приносил жертвы Всевышнему. Ноах, Ной, выйдя из ковчега после потопа, в первую очередь совершил жертвоприношение. Учителю Моше, в числе мицвот, предписаний, также были ниспосланы правила жертвоприношения. Все элементы жертвоприношения имели свой сакральный смысл, будь то способ забоя скота или окропление жертвенника кровью. В одних жертвах люди, приносившие их, выражали свои чувства сожаления о совершенных грехах. Другие жертвы были радостные и выражали чувство благодарности людей к Богу. Жертвы можно приносить только в Иерусалимском храме, и сегодня, когда храм разрушен, жертвоприношение не осуществляется. Известно, что в святилище храма располагался стол хлебов предложения. Для возложения жертвенных хлебов от каждого из 12 колен Израилевых, потомков 12 сыновей праотца Якова. Согласно преданию, хлеба эти чудесным образом всегда оставались свежими и теплыми, в знак любви Господа к иудеям. В святилище также находился покрытый листовым золотом жертвенник воскурения, алтарь, на котором во время богослужения зажигались благовония. В современной синагоге об убранстве Иерусалимского храма напоминает минора – золотой подсвечник с 7 или 9 лампадами. Всевышний велел Моше изготовить минору, но как это сделать, пророк не знал. Он бросил в огонь золотой слиток и воскликнул: «Царь Вселенной, золото в огне, сделай с ним, что пожелаешь». Так появилась первая минора. Талмуд сохранил ее описание, однако точное ее копирование запрещено. Из одного таланта золота сделай светильник с 7 стеблями. Средний стебель должен стоять вертикально, как ствол, доходя до основания. Каждая ветвь должна быть украшена 3 чашечками, декоративной завязью и цветком, а средняя ветвь должна иметь 4 чашечки, 5 завязей и 3 цветка. Минора олицетворяет всю мудрость Торы, свет божественного учения. Это древнейший символ иудаизма, и она присутствует на гербе Израиля. Негасимый светильник или его изображение часто сегодня располагается над Арон-Кодеш. Однако синагога не является храмом. Это дом собраний и молитв. Иудейский храм, согласно Торе, может быть возведен только на храмовой горе, месте, избранном Господом. В качестве символа иудейской религии, помимо миноры, закрепилась звезда Давида. По преданию, составленная из 2 равносторонних треугольников, шестиконечная звезда была начертана на щитах воинов царя Давида, сладчайшего из певцов Израиля, автора книги Теилим, книги псалмов. Звезду Давида можно увидеть, к примеру, на занавесе Парохет, на Арон-Кодеш, а также на флаге Израиля.
В создании современного государства Израиль многие увидели божественный знак завершения 2000-летнего галута, изгнания из земли Израиля. Многие видят в этом упущенный шанс, потому что, к сожалению, евреи не вернулись полностью к вере предков, а изгнание, начавшееся в 70-м году новой эры, а по еврейской традиции в 68-м, было наказанием за то, что евреи отступили от веры Авраама, Ицхака и Якова, праотцов народа. Изгнание началось в конце первого века новой эры, после того, как был разрушен второй Иерусалимский храм. Так сказал Господь: «Я удалил их к народам и рассеял их по странам, но я стал для них святилищем малым в странах, куда пришли они». Галут стал тяжелым испытанием и для Торы. Иудеи должны были сохранить свою веру, передать каждое слово Синайского откровения, не исказив его. Донести устную Тору до наших дней помогли предусмотрительные иудейские мудрецы. Силами нескольких поколений, раввинов Илеля и Шамая, раби Акивы и раби Иуды Анаси, Абаи и Равы, к середине V века весь Талмуд был записан. Сегодня всю религиозную традицию, от заповедей, полученных на Синае, до последних постановлений еврейских раввинов, изучают в Хедере, школе для детей, и в Ешиве, учебном заведении для взрослых. Зачастую они действуют при синагогах. Письменную Тору начинают осваивать уже с 3 лет. Хотя первый символический экзамен мальчики сдают только когда им исполняется 13. Считается, что именно в этом возрасте наступает совершеннолетие. По этому случаю отмечается бар-мицва – возраст ответственности и самостоятельности. Подросток должен показать, что может самостоятельно исполнять заповедь о возложении тфилин. Следующий этап обряда – восхождение к Торе и выступление с рассуждениями о священной книге. Большая честь провести обряд у западной стены, стены плача. Многие евреи из диаспор разных стран специально для этого прилетают в Иерусалим. Согласно еврейской традиции, достигнув 13-летнего возраста, мальчики становятся полноправными взрослыми членами общины. В первую очередь это означает, что они начинают нести полную ответственность за свои поступки, за выполнение заповедей и завета со Всевышним. Выбирают путь праотца Якова или отступника Эсава. О братьях-близнецах, сыновьях праотца Ицхака, в Талмуде сказано: до 13 лет оба ходили в Ешиву и возвращались вместе домой. После достижения этого возраста один отправился в дом учения, а другой – к идолам. Бар-мицва – второй важный обряд в жизни еврея. Ему предшествует брит-мила, или обрезание, древнейший знак завета между Богом и народом Израиля. Известно, что он исполнялся евреями еще до того, как была дарована Тора. Господь заповедал: «Обрезан да будет у вас каждый мужчина, и обрежете вашу крайнюю плоть, и будет это знаком союза между мной и вами, и да будет завет мой на плоти вашей договором вечным». Обряд, согласно заповеди, проводится 8 дней от рождения мальчика. С этого момента новорожденный присоединяется к завету праотца Авраама с Господом. Знак завета с Господом присутствует и в каждом еврейском доме. Мезузу, специальный футляр, закрепляют на косяке двери. Внутри него находится свиток с частью текста молитвы «Шма Исраэль». В Торе сказано: «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих».
Соблюдать Тору для иудеев означает следовать ее предписаниям и запретам ежедневно. Обустроить свой быт, наладить отношения с людьми, жить согласно заповедям Всевышнего. В еврейской традиции сохранилось предание о том, как величайший из еврейских мудрецов Гилель, живший в первом веке до новой эры, объяснял суть Торы. К нему пришел чужеземец, который хотел принять гиюр, присоединиться к еврейскому народу, но при условии, что тот расскажет ему всю Тору, пока он стоит на одной ноге. Мудрец сказал: «Не делай другому то, что ненавистно тебе. В этом вся Тора, остальное объяснение, иди и учись». Наряду с добрым отношением к ближнему и молитвой, постижение Торы шаг за шагом приближает верующего к Всевышнему. Раввин обязан разъяснить членам своей общины догматы вероучения так, чтобы не был нарушен важный принцип. Тора во все времена обращается к каждому конкретному человеку. Она помогает ему в преодолении его личных жизненных трудностей. Тора предписывает оставить привычку поступать согласно своему собственному мнению и положиться на советы раввина и еврейские законы. Не сворачивай в сторону от того, что они тебе скажут, ни вправо, ни влево. Обращаться за помощью следует к раввину своей общины. Истинным мудрецом Торы достоин стать терпеливый и добрый раввин, тот, который своим примером учит главному завету – любить ближнего. Эти качества прославили не только учителей времен Израильского царства, но и раввинов последних столетий. Среди них, к примеру, Любавичский Ребе, духовный лидер иудеев Белоруссии, Украины и России, раввины из династии Шнеерсонов и Соловейчиков. Мудрый раввин – награда для всей общины от самого Всевышнего. «Если еврейский народ будет соблюдать Тору, я дам вам мудрецов, которые будут говорить то, что называется Торой». Готовность следовать заветам единого Бога иудеи демонстрируют и в повседневной одежде. С трехлетнего возраста мальчик начинает носить кипу. Считается, что, покрывая голову, верующий улучшает тем самым свои душевные качества, проявляет смирение перед Создателем. В Талмуде воздается хвала одному из мудрецов, Раву Гуне, который за всю свою жизнь не прошел с непокрытой головой даже расстояние в 4 локтя, то есть и 2 метров. Он говорил: «Божественное присутствие, шхина, у меня над головой». Кипа считается знаком того, что мужчина принадлежит к числу иудеев, к народу, который получил благословение, браху Создателя. Под защиту Всевышнего становятся и молодожены во время обряда бракосочетания. Он совершается в венчальном зале синагоги под балдахином, хупой, символом дома, в котором предстоит жить новой еврейской семье. Начинается церемония с подписания ктубы, еврейского брачного контракта. Традиция эта насчитывает несколько тысяч лет и восходит еще к временам Верховного суда Синедриона. Кульминация обряда наступает в тот момент, когда жених надевает на палец невесты золотое кольцо. «Ты посвящаешься мне в жены этим кольцом по закону Моше и народа Израиля». Затем жених разбивает стеклянный бокал в память о разрушенном Иерусалимском храме. Бережное отношение к еврейской истории и соблюдение заповедей Всевышнего помогли народу Израиля выдержать изгнание и гонения. На протяжении тысячелетий Тору удалось сохранить. Евреи по-прежнему следуют слову Всевышнего. Не только в Эрец Израиль, но и в разных уголках земного шара. Каждый ведет свой диалог с Богом. Но еврей, являясь частью еврейской общины, несет ответственность не только за себя и свои поступки, но еще и за весь народ, за выполнение задачи, поставленной народу Всевышним, сохранить Тору и передать ее в следующее поколение. Еврейские праздники помогают человеку почувствовать себя частью общины и выполнить одну из главных заповедей Торы – любить ближнего, как самого себя. В следующем фильме мы расскажем о еврейском календаре, о исторических событиях народа Израиля, лежащих в основе основных праздников и дней поста.